Значит, вот какая ситуация. Я удалил Photoshop старый и думал поставить новый. Был 2020, вот этот. И я хотел поставить 22, ну, там с плюшками, с новыми. Но выдал ошибку, короче. И перед этим я создал в Time Machine копию резервную. Значит, как она работает, как это вообще все работает. Можно восстановить через утилиту вот эту вот ассистент миграции, но почему-то нету на диске с Time Machine моего сегодняшнего бэкапа. То я вот нашел такую тему, как восстанавливать вообще приложения, которые уже стоят. То есть я снес Photoshop, вот его не было, я его только что добавил при помощи Time Machine. Значит, тут есть такая штучка, мы смотрим, вот сегодняшний бэкап, вот это я делал сегодня. Потом 26 числа я какой-то делал бэкап. И чтобы восстановить нужную мне программу, все сделано очень прикольно. Кстати, попробуем восстановить вариант с пока по 5 декабря 2020 года. Выделяем нужную программу, которая нам надо, и кликаем восстановить. Попросят пароль. Заменить предложим. Какие-то файлы копируются. Вот здесь вот. Ну, сейчас откроем этот Photoshop. То есть в Time Machine можно сразу какую-то программу себе закинуть обратно. Прикольная функция, конечно, классная. Но чтобы откатиться полностью к предыдущей сегодняшней версии, ну, я не могу, что-то не получается через вот эту утилиту ассистент миграции, не видеть сегодняшнего бэкапа. Копируются файлы с внешнего жесткого диска на мой Mac. Вот эта программа. Запускаем. Приветственное окно, которое надо будет удалять. Уже не помню как, но надо вспоминать. Открываем любой файл. Да, придется все настройки менять. Все, короче, менять надо будет. Все установочки. Вот такая классная вещь, которую я обнаружил.